Drone adventurers forever! Чё, проблема в том, что коптер засел на чуть ли не единственном шаре, куда нет нормального доступа. Сейчас нужно как-то попасть наверх, попытаться его оттуда достать. Вот стоит большая лестница. Слушай, нет, там второй ярус, он вроде короче. Так, ты наверх, что ли? Ну давай, я наверх, держи себе. Где-то можно будет поставить. Нервяк чуть-чуть. Так. Короче, нам нужно эту лестницу поднять. Ну тут вообще короткое расстояние. Единственное, знаешь, в чем будет проблема? Проблема будет обратно эту лестницу потом спустить. Будет реально проблема. Слушай, помогай. А как спускаться будет? Здесь я хочу внести небольшое пояснение. Лестница весит порядка 50 килограмм, и она стояла на ступенях наклонно, еле цепляясь за площадку. Когда мы начали ее поднимать, она повисла вертикально и уже не доставала до ступеней. Своими силами поставить ее на место мы уже никак не могли. Все помещения внутри РЛС полностью экранированы металлом, телефоны совсем не работали. Поскольку путь назад мы себе отрезали, а связи нет, остался только вариант залезть наверх на крышу, поймать связь и вызвать помощь. Серега, как мы будем здесь спускаться? Слушай, все, поднимаем. Я не могу удержать. Да ты рядом со мной садись так же. Мы сейчас уже не сможем спуститься. Если... Нет, мне тебя не хватает. Тихо, давай. Давай. Вернемся. Да. Есть. Люди гибнут в металл. Блять, как мы будем спускаться? Нам надо будет ее аккуратненько дальше спускать. Туда. Я думаю, что придется Пашу звать. Нам еще здесь связь работает. Слушай, спускай ты ее, а? Почему? Ты давай спускать и троллить крышу, а? Да мы уже все, мы ее сейчас нормально сами не поставим. Поставим. Давай ее дотащим. Теперь нам надо ее... Ты ее не будешь отворачивать? А? Нет, ну той штукой сейчас... Полегче, хочешь, бери. Упирайся, чтобы она снизу не съехала. Не, она не съедет. Там рифленая. Длины там запасом. Да, длины запасом. Держись, же нельзя не все. Мы сразу звони Паше, чтобы сюда звонили. Вот этот герой. Гупрошка еще пишет. Чтобы с коптером здесь не мучиться, делаем просто. Вон кусты, и укаем туда раз. Все. Теперь он никуда не денется.